Всем хрю, с вами Бига Хрю. Ребята, я тайком пробрался на сервер Доброго, чтобы помочь проходить ему Майнкрафт в образе Марио. Но он об этом не догадывается. Итак, мы пришли в его деревню, и он должен быть где-то здесь. В одном из этих домиков он и поселился. Фух, наконец-то свободный денечек выдался. Можно погулять. Хай, it's me, Марио. Господи, накачал модов каких-то рандомных, какие-то персонажи появились. Прикольно, ладно, можно погулять сегодня, Майнкрафт не нужно проходить, кабан сегодня в спячке. Чего? Поэтому выдался свободный денечек, можно сходить в ресторан. Да я не понимаю, это опять приоделся еще реально, походу в ресторан собрался. Куда ушел-то, мне тебе помогать нужно? Ну блин, я уже провалил свой... А, вот он, фух. Так, мое задание помочь пройти ему Майнкрафт, и я сделаю все, что нужно, чтобы ему помочь. Так, он куда-то идет. Неужели в ресторан? Че, мне помогать ему идти в ресторан? Да не надо идти в ресторан, надо идти дракона убивать. Что ты за мной ходишь? Дракона! Надо убивать! Птица такая летающая. Чего дракона? Я не хочу проходить Майнкрафт. Я помогать убивать дракон. Да я не хотел сегодня Майнкрафт проходить. Можешь погулять, отдохнуть. Я это, помощник итальянец Марио. А, Марио. Хорошо, а что ты умеешь? Ну вообще, я умею только головой пробивать кубики сверху. Что? Зачем? Чем? Ну, чтобы получить поинты. Это бесполезно занятие вообще, это же Майнкрафт, это же не Марио. Нормально, залезай ко мне на голову, пошли. А что, на тебя забраться можно? Ну, да. Офигеть. Отлично. Ничего себе. Ладно, вези меня в ресторан. Какой ресторан? Итальянский. Нам нужно проходить Майнкрафт. Да господи, как ты мне надоел. Ну ладно, давай добывать дерево, чё. Не понимаешь, давай добывать дерево. Так, ребята, будем говорить с итальянским акцентом, чтобы он не раскусил, что это я. Ты как ломаешь дистанционно дуб, я не понимать. А, что? Я тут, дерево ломаю. Так, ребята, нам нужно ему помогать. Срочно добываем ему дерево. Слушай, у тебя же должны быть какие-то способности, наверное. Чего? Нет, я же только ломаю блоки головой и больше ничего не делаю. Может, тебя покормить надо чем-то? Вроде бы в игре Марио там что-то собирал. Блин, не помню. Может, хлеб? На. Хлеб? Не, я хлеб никогда не собирать. Не знаю. А, точно, он, по-моему, грибочки какие-то. Грибочки, по-моему, какие-то собирал. Грибочки. И с ним что-то происходило, блин. На, попробуй мухомор. Есть. У меня брат есть, похож на меня гриб, но я грибы не ем, я не могу есть гриб. Да, конечно, это Майнкрафт, ты не можешь здесь есть гриб. На вот тушеные грибы. Тушеные грибы? Да, кушай. Ну и как, что-нибудь изменилось? Да, изменилось очень многое. Я набил свое пузико. Да блин, господи, ну бесполезный помощник. Ребята, я стал нормально прыгать. Очень высоко. Ты что? А, ребята, он курицу убивает. Надо ему помогать. Курица, бей ее, курица. Курица, добывать мясо. Так, еда есть, отлично. Тебе еще надо, акация? Да не мешайся. Я помощник. Ты не заметил, что я стал вещи прыгать? Ты... Вау, ничего себе, да. Это как ты так сделал? Грибная похлебка. А, я с тебя много накормить, то может ты высоко прыгнешь и улетишь, и не будешь мне мешать больше, на, вот покушай. Сразу три, что ли, похлебки? Ладно, отдай мне две, одну оставь себе. И что мне с ней делать, я не хочу сейчас кушать. Кушай. Я не хочу кушать. Ой, ладно, давай давай Майнкрафт тогда проходить пока. Вот верстак. О, спасибочки. Так, что нужно сделать для начала? Деревянную кирку. Все, добываем булыжник. Я сделаю меч и буду тебя защищать. Хорошо, спасибо. Тебе нужна корова. Корова? Ну да. Корова, муму, рога, молоко надо? Ну, позже давай. Штаны надо? Нет, у меня есть. Так, замечательно, булыжничка добыли. Делаем каменную кирку. Давай мне кирка. Сам сделай себе, ты ж помощник. Я копать буду. Да зачем копать? Я ж тебе должен помогать проходить Майнкрафт. Так вот, помогай лучше. А, помогите, помогите мне. Господи, а что это за зомби? Какой-то странный зомби. Кто это? Скелет! Ты кого привел с собой? Блин, капец, у себя на сервере накачал каких-то модов странных. Ой, жесть. Ты бы хоть предупреждал, что у тебя тут такие моды стоят. Да я так на рандом что-то скачал. Я на дерево. Хорошо. А мне-то что делать? Кушать грибная похлебка срочно. Сейчас за тебе помогу. Помогите! Я застрою их. Бегите, уходите. Скелеты дурацкие. О, господи, что происходит вообще? Ай-яй-яй, помогите. Какие-то ужасы.
Беги, неизвестный мне человек, я тебя спасу. Я упал смертью храбрость, но ничего страшного, я бегу к тебе. Ай, да я сейчас тоже упаду тут. Помогай скорее, меня сейчас тут завалят, черт. Господи, зачем ты слез жителя? Слез жителя? Ты вообще, конечно, бум-бум-балда. Кстати, ладно, я неплохо так сюда убивал зомби. Тихо, тихо, не убегай, там очень страшно. О, кстати, ты заметил, какой я сильный стал? Это твоя похлебка, да? Давай просто будем их жестко гасить. Ау. Давай, гаси его! Дальше сам. Господи, что это за Майнкрафт? Фух, иди сюда, да, ешь похлебку. Ты уверен, я слишком много похлебки съел. Быстрее, давай, я тебе сейчас помогу сожрать. Кушаю. Слушай, я чего-то вырос, очень странная тушенка. Реально? Ты, кстати, подрос. Подрос. Все, давай, иди, теперь ты качок. Давай, иди разберись. Мне тут не пролезть. Да сейчас все, иди. Вперед, ай, надо сломать. Да вот через стекло пролезь, господи. Да я не могу проходить до облегкости, не понял. Да вот, да. Вперед, в бой. Что, хоть ты такой огромный-то. Давай, мы сейчас проживем-выживем. Тебе надо броню срочно сделать, чтобы ты больше не подыхал. Вот это вот, убей, пожалуйста, он преследует. Ай, черт. На, что это такое, что это за маленький гном-лилипут? Господи, ребята, что ты за моды накачал, добрый капец, блин. Меня тут преследуют, все, валим отсюда. Нет, воду. Я не знаю, как помогать ему проходить Майнкрафт, мне кажется, это не пройти. Под водой нас никто не достанет, ай, черт. Он стреляет прям под воду. Сплевать. Куда бы спрятаться? Все, скоро день. Наконец-то. Ау. Ой, кстати, я заметил кое-что. У меня регенерация какая-то появилась. Поздравляю, мне бы регенерацию кто-нибудь дал. Видимо, из-за твоей третьей тушеночки грибной. А может, на мне тоже сработает эта тушенка. А, черт, помогает, там какой-то этот идет демон. Какая-то горгулья. Прощай. Нет, тушенка не сработала. Че, грибочки так на мне работают, получается? Получается, что так. Че ты маленький какой-то? Тебе подрасти. Да я бы с удовольствием. Так, мне нужно сделать броню, короче. Ты умеешь копать шахты? Я могу тебе кожу добыть. Не надо мне кожу, мне нужно алмазную. Алмазную? Ну слушай, я не знаю, никогда не копал шахты, только головой блоки ломали, говорю. На, вот, головой, кирку попробуй. Так, каменная кирка, сейчас попробуем. Ну вроде ломается. Вот, давай, занимайся. Я не могу пролезть туда, я слишком большой. Да господи. Дай тушенку поесть, есть еще грибочки. На, кушай. Спасибо. Ай, какая вкусная. Все, теперь давай копай. Это что такое было? О, у тебя шуперкирочка. Это где ты такой взял? Так вот, на, попробуй сам. Ну давай. Ничего не работает. Как ее использовать? Так, ну-ка дай мне теперь. Так, берем кирочка. Оп. Это жесть. Ладно, давай копай. Мне нужны алмазы. Все, алмазы. Идем искать. Ай! Я провалил свою одну единственную миссию. Пойдем, что не копаешь? О, напугать. Я устать. Копать так. Поэтому будем копать низ. Сюда так, прыгай. Так я сейчас сдохну так. Ну не, нормально, кстати. Не сдохнешь нормально. Мы а будем если лава будет? Ты знаешь главное правило в мире Марио? Не копать под себя. Это в Майнкрафте. Это в Марио. Железо тоже нужно. А у вас всегда будешь без него. Собирай. Так, ждать собрать. Все. Дай, отлично. Это что такое? Все, тихо, аккуратней. Опа, это что такое? Алмазы, офигеть. Ты чего? Как ты каменной киркой их добыл? Я не знать. 5 алмазов, ничего себе. Вот это хорошо. Тихо, успокойся. Искать алмазы надо. Давай, ищи. Сделать тебе броня, ты не сдохнуть и пройти Майнкрафт, наконец-таки. О, это что такое? Такс. Это что-то, что-то непонятно, что это. Что это? Ты должен знать, что это. Я не знаю, что это. Так, надо сделать верстак, хотя бы сделать, может, кирочку алмазную. Верстак, сейчас сделать верстак. А, да, вот, держите. У вас верстак. Спасибо. Пожалуйста. Так, алмазная кирочка и алмазный меч. Вау, наконец-то, так быстро. Смотри, что это. Опа. Вот что. Это что это? Ну не знаешь. Урановая руда, мне такое не надо. Ты посмотри, нормально? Что там? Уже нормально уже? Тихо. Что это? Тише, не падай. Это не Марио. Погнали в дыру, погнали. Нет. Иди алмазы добывай. Хоть-то медленный ты, может тебе еще похлебку дать? Я не хотеть кушать, у меня достаточно много очков. Давайте я сейчас
поуменьшу. Не надо. Марио больно, очень. Ой. Вот зачем ты убил своего единственного помощника? На, вот окрошечку. Теперь хочешь кушать? Не хочу я кушать, у меня полные корочки. Да господи, что ты такой слабый? Ты дурак, что ли? Вот держи алмазы. Давай, кушай, все. Тихо. Вот, сейчас окорочки остановятся. Где похлебочка? Вот похлебка. Да у меня регенерация, ты что, полудурок, что ли? Да у меня регенерация, говорю же. Ну иди бегай тогда. Я не хотел больше никогда кушать. Я больше не кушать, а грибная тушенка, похлебка. О, отлично. Иди сюда, нашел. О, мальчики, замечательно. Что стоишь, смотришь, иди копай дальше. Я тут справлюсь. Да, ты справишься, я кое-что хочу сказать. Ребята, скоро школьный сезон, кстати говоря. И на нашем сайте продаются отличные пеналы, тетрадки, блокноты, всякие альбомы. Прямо к школе. А также еще есть рюкзаки. Переходите по ссылке в описании и будете в школе самыми модными. Ну, а я пошел дальше. Что я сказать-то хотел? А, я уже сказал, ты прослушал. Да в смысле? О, копаем алмазы дальше. Они должны быть где-то прямо вот под нами. Я прямо чувствую, я вынюхиваю их большим своим ножом. Может, похлебочку скушаешь? Похлебочка? Не, я не хотел похлебка, я хотел искать алмазы. Алмазы — это моя стихия. Да все, успокойся, скушай похлебочку. Нашел? О, кстати говоря, я уже хочу скушать похлебочку, да. О, отлично, кушаем? Давай. Кушаем похлебочку. Слушай, ну вроде не знаю, ничего не произошло. Не, подожди, я чувствую. Ты стал быстренький. Я стал побыстрее, да, немножечко стал побыстрее, это очень хорошо, значит я буду больше добывать алмазов. Давай, больше алмазов. Что? Воу, у тебя и площадь изменилась. Что? У меня биг скорость ломания и передвижения, вот это все. Отлично, давай, алмазов больше надо, у меня всего 14. У тебя, может, кстати, есть? Алмазы. Алмазы. Тихо. О, сундук. Алмаз. О, еще и книжка на защиту 3. Замечательно. У тебя есть кузня? Нет. У меня тоже. Смотри, что нашел. Что? О, обсидиан. Да. Это нам тоже надо. Добыл, собирай. Капец, да как ты так быстро? А это обсидианчик, да. Тикс. Есть еще алмазы? Алмазы, я нашел. О, замечательно. Ну что? О, офигеть. Ох ты. Тут засада. Черт, нет, я убегаю. Не бойся. Все нормально. Фух. Так, надо, короче, делать верстак и крафтить броню. О, отлично. Сделай еще меч себе. Вот, смотри, у меня есть кормень, вот, возьми. О, спасибо. Замечательно, пошли. Да подожди, надо сделать огниво. Сейчас нужно очень аккуратненько сломать лаву как-то. Ты знаешь, как лава ломается? А зачем нам лава? Потому что там алмазы. Да мне уже достаточно алмазов, все, пойдем. Ты уверен? Ты не хочешь у меня уже полный сет алмазов? Тогда пошли. Так, все, надо строить портал. Точно не надо больше алмазиков? Точно. Ну смотри, ты переборщил что-то немножко. Нормально. Погнали! Еле влез. Господи, это что? Что это такое? Нереально, что это такое? Каких он модов накачал? Чё это за алтарь вообще такой? Сейчас аккуратненько посмотрим. Бог ты мой, какие-то маленькие гасты. Что это, спавнер гастов, что ли? Это что такое? А это спавнер гастов какой-то. Что? Откуда он? Сам в шоке. Замок. Где? О, реально? Прям, вот. Офигеть, нам повезло. Забирайся на меня, скорее. Давай, забирайся, прыгай. Может, на голову. Похлебочку. Не, фуф. Да, буду похлебку. Давай, кушай. Вкуснейшая похлебочка. Слушай, не знаю. У тебя ноги длинные стали. Чё, ноги длиннее стали? Ну, слушай, реально, по-моему, по длине стали. И ты, по-моему, еще меньше стал. Да так, я не меньше, это ты вырос. Господи, какой ты огромный. Ну, давай. Ай, не вижу ни черта. Да, просто пошли. Господи. Всё. Всё нормально. Что ты делаешь? Не паниковать. Всё хорошо. Не упади, ладно. Ай! Ой. Это плясно, ребята! Ой! Спасибо! Ничего страшного, жду тебя здесь! Ну, привет, дорогой! Пошли дальше! Куда? Ну, убивать ты знаешь кого? Ифритов! Сейчас черепушки выбьем, будем убивать... Не, давай не будем их убивать! О, надо, ну, ифритов как знаешь. Только и все! Ифритов, хорошо! На, получай! Можешь не петь, пожалуйста?
Ифриты, в атаку! Иду на помощь! А ай! Я могу случайно задеть по тебе и ты сдохнуть. Ой, что за свинозомби армия вообще? Коля, что? Держи меч. Да мне не надо, у меня алмазы есть. Ну как знаешь. А ты-то себе возьми. А, тебе не надо, я понял. Мне не надо, у меня огромная лапа. Странная, конечно, немного, но нормально. Ты же быстро можешь пробежаться, может там еще ифриты есть где-нибудь. А, хорошо, хорошо. У тебя есть уже палочки? Да, одна. Хорошо, я вернусь, когда будут палочки. Фух, вроде нормально, теперь могу говорить, ребят. Он меня вроде не слышит. Майнкрафт мы сейчас проходим очень быстро. И в принципе все идет по плану. Да, его пару раз кокнул, но ничего страшного, он живучий. Так, у меня уже 4 палочки есть, отлично. Значит, сейчас мы пойдем уже скоро убивать эндер-дракона. И, кстати, я даже не знал, что я буду прокачиваться от похлебки. Для меня это удивление. Я думал, я буду просто дружелюбный сосед Марио, и все. Помоги, что ты там бегаешь? Господи, где ты? Я иду. Я иду. Не переживай, я уже здесь, я уже рядом. Мамочка тут, мамочка тут. Блин, да господи, убей его. Стараюсь. Все. Ой, я, кстати, не знал, что эти шары ифритов можно отбивать. А, это что такое? Убей его! Все. Спасибо. Так, надо быстрее ифритов добить. А, черт, тут скелеты. Нет. Жить, пожалуйста. Нет, тут свинья стреляющая. Господи, где он там? Что это такое? Красная бока. Да еще один. И вообще бесконечно. Я не могу подойти даже. Я не могу. Я даже подойти не могу, какие-то жесткие очень моды. Ну что, я здесь, вот, держи 8 палок. О, так ты чё молчал-то, зачем мы тут сражались? Сваливать отсюда по полной. Где портал? Портал недалеко, прыгать мне на голову срочно. Где ты? А, всё, погнали. Не убей меня только. Не вижу, идем, все нормально будет, не перезывай. Ю-ху. Так, нам куда? Ой, по тебе стрелять, да? Нет. О, больно, где портал, не помнишь? Нет! Ты же сказал недалеко, я думал, ты знаешь где. Все нормально. Ну все, слезай, пришли, чего бояться-то? Да господи, я уже несколько раз умер, пока ты меня вытаскивал оттуда. Да все нормально. Так, ну я значит... Я похлебку хочу. Проголодался. Стержни у нас есть, остались только эндерперлы. Глазоньки, да, глазочки. На свою похлебку. Может, кстати, что-нибудь тебе дастся, чтобы нам помочь добыть эндержемчуг? Так, ну слушай, господи. Высота прыжка у меня такая же. Бегаю. Скорость? Я. В принципе, не-не-не, бегаю так же. Все нормально, все так же. Походу, все. Способности конь. Господи, ладно. Она не. Я, походу, ослаб. Я не могу больше да, ударить так, убить. Так. Не знаю. Ау! Да где, нормально вроде. А с них что-то какой-то горошин какая-то падает, на. Мне не надо горошинки. Надо эндерменов. Может, ты как-то можешь высрать парочку? Не-не-не, я так не умею. Могу яйцо. Смотри, сейчас курицу призову. Смотри. Раз, два, три. Не все так просто в этой жизни. Че за меч вообще лютый? Прочность 10 тысяч, острота 10 тысяч, добыча 1000. Мне меч дали. В смысле дали? Кто тебе дал меч? Это не тебе случайно, пока я тебя нес? Нет, откуда? У меня вот свой один есть. Так, на, кожа. Что? А почему так? Сколько-то вообще? Чего? Че там, сколько кожа? Короче, надо срочно найти эндермена. Хотя бы одного. Сколько кожа? Запрыгай на меня. Кожа 929, не хочешь? 929 кожа? Нифига себе. А курица? Тихо ты, успокойся, сейчас Майнкрафт вылетит. Так, давай, все, поехали эндермена искать. Только меня не убей случайно. Да, следишь с меня. Че, видишь кого-нибудь? Хоть одного? Нет. А сейчас? Нет. А сейчас? Да нет. Ну, походу, не судьба. Может, еще похлебку дать? Не, я точно эндерменов не могу выкакивать. Я видел эндермена где-то здесь. Где? Вот где-то здесь, он телепортировался, он где-то здесь, рядышком. Сейчас вообще опасно очень это время. Нам бы спрятаться где-нибудь, нас опять обстреливать будут. Тебе не то, что я, тебе бог не поможет. Так, я слезаю, короче, с тебя. Надо поискать его. Не, правда видел? Да, он телепортнулся только сразу же. Чует опасность. Вот он, мочи его, скорее. Где, а ты где? О, вижу. Господи, какая-то книга даже выпала. Отлично. О, боже мой, это что такое вообще? Тебе надо вот это. Что?
Кто там? Посмотри. Ничего не вижу, ничего не понял. Да, а, ну вот, вот сюда. Что это такое? Это похоже, что это на прочную ткань. Я не буду ткань. Это собирать. Глаза есть, все есть, погнали. Да, 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 сейчас, секундочку, надо все переделать. Вперед! О, нам туда, погнали. Не, меч, конечно, лютый. Так, тихо, 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 тихо. Нам туда, 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 туда. Сюда? Туда, туда, туда. Глазик собрать. Вон туда, да, наплевать их очень много. Господи, что это такое вообще? Так, тихо, 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 не туда немножко бежишь. Так, ну-ка, давай посмотрим. Вон туда, вон туда, вон, отлично. Глазик. Наплевать на глазики, их много очень. Ой, глазик, ай-яй-яй. Куда дальше? О, походу здесь. Здесь. Давай, давай, мочи их. Ай! Спасибо. А, господи, лагает! Хватит убивать всех этим бичом! Хорошо! Ай, да черт, он бензопилой какой-то чел бегает! Помогите! Бегу! Убей его! Надо бензопила дракона убивать! О, давай! Ух ты, ё-моё, держи! О, спасибо! Так, вот вроде бы где-то здесь было! Так. Где-то так, тут, да? Вот. Хорошо! Да, господи, ты чё, ты чё? Прокапываемся! Что? У меня кирочка как-то увеличилась. Да ты что там сдох-то? Так меня убили, ты что, меня не защищаешь? О, крепость! Всё, прийти. Сейчас главное не сломай вы порталь. Уж не сломай, пожалуйста, может ты не будешь своей киркой там работать. Тогда мы будем очень долго его искать. Ну лучше поискать, чем сломать. О, алмазики, ну-ка ты, они мне не нужны уже, в принципе. Ты говорил, да, а, слушай, у тебя брони-то нет. А, черт, броня сломалась походу. Биг Шарамба. Так, а, слушай. Нашёл! Тихо, 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 тихо. А может у тебя, если такой меч крутой есть, может ты алмазы сможешь там добыть, чтобы сразу 10 тысяч было? Чё, мечом что ли? Ты в Майнкрафт не играл ни разу? Ну, может на кирку тоже работает у тебя? Не-не-не, у меня есть 3 алмаза, надо на кирку тебе сделать. Нет, ты должна броня, иди сюда, сейчас будешь похлебку кушать. Я уже наелся, похлебка, живот болит. На, еще одну, не повредит. Ладно, кушать похлебка. Ну что, что-нибудь изменилось? Я даже не знаю. Ну, давайте в инвентарь. Чего? А чего за кирка странная? Опять подкидываешь мне? О, ничего себе. Вот это хорошо. Давай, давай, давай. Прям собрать, как я и хотел. Алмазики. Я тебе что, джинс, что ли? Алмазики. Как я так-то твои желания-то исполнять его вообще? О, алмазики, правда, немного. Сколько? Почему так мало? У тебя же кирка какая-то классная. Странная кирка. Найди еще алмазы мне. Сейчас. Во! Нашёл! О, отлично! А можешь мне кирку дать? На! Чего? Чего? Удача тысяча, подожди, так ты должен был добыть... А-а-а! У-ху! Чего? А у меня вот эй! Ну, ты недостоин. Пошли дракон убивать! Надо Майнкрафт проходить, а не алмазы собирать. Так, тихо, верстачок. Надо броню делать, то я буду умирать. Ой, ты чего? Я дракона сюда убить. Ты Майнкрафт пройти. А, ну да, точно. Ну а вдруг я не смогу посмотреть, как убивает дракона. Броня это прошлый век. Сейчас дракон убивает помощники, а ты просто собираешь опыт. Сумасшедший какой-то, дед. Погнали! О, портальчик, замечательно. Так. Глазики кончились. Ты еще здесь? Да. Ах ты, обманщик, вперед! Ну что, конец, запрыгивай. Так, запрыгнул. Вперед! Все, слезай. Так, слезай. Не, не слезай лучше. Не, я слез, давай. Где дракоша? А, в смысле ты слез? Помогите! Да ты у меня на голове сидишь. О, пропал. Помогите! О, господи, бегу. Да я убей дракона. А, убить дракона просто. Сейчас, хорошо, сейчас, 2 секунды, я его убить. Дракон! Дракоша! Ты там жите! Дракон! Быстро сюда! Если не придешь, я обидюсь! О, летит, прилетел! А, ничего себе, он вообще просто пикировал! Я бежать, убивать дракона сюда! Офигеть! А, сзади! Чудище! Там чудище! Мочи его! Да какой... Что это такое? Что это? Не знаю! Какой-то... О, офигеть, он сильный! Он не умирает сюда, да? Вау! Уже в щеке. Ну все, спасибо. Не за что. Давай прыгай в портал, чтобы я видел, что ты прошел Майнкрафт. Фух, ребята, господи. Прошли наконец-таки. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, покупайте мерч. Всем пока.